За следующего участника все говорит его псевдоним. Джимми – тот самый герой из индийских блокбастеров. Джексон – король поп-музыки, исполнитель известной на весь мир лунной походки. В нашем шоу есть место и тому, и другому. Джимми Джексон, дорогие телезрители. Он трудяга. Он такой кайфный, в лучшем смысле рубаха парень. Он очень скромный. Вообще индийская школа танцев это что-то такое величайшее. Ну, посмотрим, что сегодня он покажет. Надеюсь, что сегодня ему будет очень уютно и тепло на нашей сцене. Я сделаю все, что в моих силах, в своем стиле. В полуфинале я буду танцевать болливуд, поппинг и другие стили, как, например, слоу-моушен. Родители очень поддерживают меня, рады, что я выступаю здесь, в центре Leisure Scott Tellon. Это очень большая площадка, и они счастливы. Но иногда они мне говорят, что я должен учиться, и чтобы не получилось так, что я все свое время тратил на это в ущерб учебе. Я уверен, что мой стиль танца уникален. Я уверен, что это понравится каждому. Я люблю танцевать с детства, и когда я был ребенком, люди приходили в школу на мои выступления. И они залезали на нашу школьную сцену, чтобы увидеть мой танец. Мне было радостно осознать, что им нравились мои танцы, а значит, и я сам. Так что я решил, что танцы — это крутая часть меня, которую любят люди. Я выступаю в полуфинале шоу «Центра Leisure Scott Tellon». Это гордость для меня и великий момент. Это было моей мечтой, так что здесь, в Казахстане, моя мечта сбывается. Дорогой Манош, я желаю тебе всего наилучшего и горжусь тем, что ты представляешь наш университет на шоу Central Asia's Got Talent. И хочу сказать тебе... Дорогие Манош, мы поздравляем тебя с прохождением в полуфинале проекта Central Asia Got Talent. Здорово, что в нашем университете учатся самые талантливые студенты. Манош, ты гордость нашего Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Усманова. Весь Активинск поддерживает тебя. Это мои одногруппники. Я в шоке. Я очень люблю этих ребят, как своих братьев. Спасибо большое за это видео. Я не знал, что вы приготовили такой сюрприз. Это очень трогательно. Я также шлю им привет. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое. Этот парень умеет делать широкие жесты. Приехать в другую страну, чтобы увидеться с кумиром, один из таких. Но мы его полюбили не за это, а в первую очередь за умение зажечь зал. Для вас выступает Джимми Джексон. जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ हवा के जैसी चलती है तू मैं रेत जैसा उड़ता हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे Down.
Thank you, sir. Спасибо большое за твое прекрасное выступление. А сейчас давай послушаем наших жюри. Я знаком с этой культурой, с этой страной. Такая философия, не просто там набор каких-то движений. Там каждый жест, все это означает определенный смысл. Я что-то ждал, да, что он привнесет какие-то элементы индийского танца. У него постановка танцев, она своеобразная, она необычная. И меня очень радует, что он правильно подходит к своей цели. Его цель – удивить нас, показать шоу. И да, не было танцев индийских, этих болливудских, но был его авторский танец, была его авторская постановка, хореография. Мне очень понравилось, я наслаждалась выступлением. Спасибо большое. Сегодня у тебя получилось сделать шаг дальше, чем то, что мы увидели в аудишенах. Коллеги говорили о том, что, может быть, не было каких-то болливудских моментов, но, может быть, их и не нужно было, потому что Болливуда много, но то, что делаешь ты как артист, как постановщик, это прекрасно, это здорово, это очень свежо. Я желаю тебе только успехов, Джимми, это было очень круто. Спасибо большое. Эй, Джимми, Джимми, ты доволен комментариями? Yes, of course. Я чувствую себя замечательно, у меня нет слов. Я представляю две страны. Индия — моя родина, и Казахстан, Актобе — моя вторая родина. Столько эмоций. Я знаю, что мои родители, друзья из Казахстана и Индии, и мои одногруппники гордятся мной. Люблю вас всех. Спасибо большое. Спасибо большое, Джимми. Это было замечательно. Удачи.